Всем привет! Мы сегодня провожаем Арсена. Уезжаем. Мы сегодня уезжаем. В Алмате карантин, мы едем в Россию. Нет, мы никуда не едем. У нас уезжает Арсен. Эй, мама! Мама! Поверните направо. Это аэропорт Алматы. Сейчас. Дезинфекция. Сверху капает дождь. Это дезинфекция. Вот, сними вот это. Серьезно вам говорят дезинфекция? Дезинфекция, да, да. Мы слезем там и все. А, и тоже, да. Здесь вот все алматинские девчонки фоткаются, когда улетают. Алмата! Всякие геолокации ставят. Алматы Астана, Алматы Актау. Так, давай мы здесь вылезем, а ты припаркуйся и зайдешь. Алматинский аэропорт. Такая тишина. Так, нам нужно узнать. Вылетают такие международные рейсы. Что-то такая тишина. Сейчас внутренних рейсов. Автобустанай Балтвен Шаушатан. Жесть Паракарпранш рейс не отрывал. А это Дайн. Бобин. Набор. Север План. Внимание. Пройдется регистрация авиабилетов и оформления. Иван, ага, улетает? А? Скажи, мой ага. Алан, скажи, мой ага. Boarding time, это нужно будет на борту. Отравское время. 13.25. 12, да. Или что? Российский паспорт, да. Очень неудобно иметь. Надо к Путину обратиться, сказать, братишка. В Казахстане удобно, да? Удостоверение. Ну, везде, везде, кстати. Везде. А, нет. В Америке грин-карта. А, в Узбекистане? Ну, только в странах СНГ вот это осталось. Макулатура. Белоруссия тоже вроде такой же. Не, Белоруссия, да, но это же раньше России. Всем привет передавай. Приеду, не скажу, что я приеду. Да, они все уже знают там. Ушел. Вот так, вставай. Ага. Эскалатор, вингипатор. Эскалатор. Стой, стой, он сам улетит. Он так... Прикол. Давай встал, давай встал. 15 минут бесплатно, прикол, да? Прикол, видишь, в ТикТоке все. Раз, два, три, прыгай. Опа! Прикол, видел это в ТикТоке? Эскалайт. Ой, бахаска, ой, бахаска, но это эскалайт. Не, эскалайт, мы не можем эскалайт, мы не можем эскалайт. Ой, бахаска, эскалатор. Эскалайт мундык. Эскалайт мундык. Эскалайт мундык патрон. Ой, бахаска, ой, бахаска. Дословно не помню, это, короче, было что-то. Типа этого. Лайки скажи, подписывайтесь на канал. Дала?
ма. Шуағын төкен қаламын, шоғыласынан шарауын. Миллиондарға сатылмас, бір қымбат анамын. Қазақтың. Приехали в парк Исентайский. Алан здесь катается. Алан. Вот то самокат просил, то машину. Пошли назад. Пошли. Так и скажи, зачем ты плачешь? Пошел за самокатом. Алан плакал, просил самокат. Ой, сначала машину. Потом сказал самокат. Идем назад. Алан, какой ты непостоянный. Понял, что... машины едут. Ты куда бежишь? Куда бежишь? Вчера Арсена проводили. Аккуратно, Арсен. Алла, там машины. Арсена проводили. Он уже в Астрахани. На границе было ой-ой-ой, не сладко. Короче, кто хочет ехать во время карантина, лучше не стоит. Ну, Арсену нужно было ехать, потому что ему нужно было делать документы. И все такое. В омуте купаться. Что у тебя вышло? Ух ты, машинка. Интересно, вот внутри что там? Черное. Фигня какая-то. Полная фигня, Алан. Арсен, Алан, тебе не холодно? Нам надо плед купить, да, Алан? Вот так в Алмате снимают ТикТок. Я начала снимать, и они остановились. Они сейчас только что так плескали. Плясали. Плескали. Мы вообще сегодня не спали. Язык заплетается. Там вон молодежь. В основном здесь молодежь. Такая площадка. Сейчас подходит девушка, вот они вон там играются, что-то выиграют в игру какую-то. Подходит, он нас спрашивает, можно ваш самокат
Персен говорит, бери. Я говорю, конечно, можно. Он говорит, это пранк. Короче, вот такая движуха здесь. Сидим, балдеем. А эти до сих пор снимают ТикТок. Господи, пляшут и пляшут. Они, наверное, заранее себе, ну, снимают такой контент и потом уже потихоньку выкладывают материал. Вот. Блин, я не засняла такой момент. Вот этот, ну, парень тиктокер, он подошел, они и рядом были еще рядом тоже пацаны. И они, ну, как бы на казахском разговаривают, и я спрашивают, рунгалай. И он говорит, сим бершерсайн. И парень оказался тоже бершем. Он, видимо, сатрал. Потому что он говорит, если бы я увидела ваши номера 06, то все. Вот, я говорю, ну, казахи, да? Как бы в плане того, что все, чуть ли не родственник. Ну, это родственник, можно сказать, с одного рода. Это уже о многом говорит. Аланай, лайки ставьте, подписывайтесь, скажи. Да, твоя машинка? Да. А, железная? О, она железная. А, нет, пластмассовая. Ммм, ням-ням. Вкусно тебе? Погода классная. Погода весна.